Вера добивается свидания с сыном. Коктив объясняет ей, что скорее всего Илью посадят за убийство. Вера уговаривает Брускова найти адвоката для Ильи. Потап бросает Риту, и она пытается наладить отношения с дочерями. Коктив не верит Илье и хочет понять, что скрывает юноша на самом деле. Встреча с Сашей в психбольнице открывает ему на многое глаза. Адвокат обещает Смолиным, что вытащит Илью из тюрьмы. Тем временем Аня начинает бояться Артема и его агрессивности. Она думает бросить его, но узнает внезапно, что беременна.